Так, всем доброй ночи. Начинаем. Поехали. Так, начнем с тактического штурма. Только сейчас я освободился. И можно уже отправляться решать тактику. Добрый вечер, Озгад Сосулис и Соу Михеус. Привет. Так, погнали. Три тактических штурма, потом поиграем. Так. Угу. Не в 5, а на G2 мат грозит, понял. Так, что-то я завис над ходом ферзь bt7. Не было столько идей в голове. Так, 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 я надеюсь, все работает, все показывает. Мы в телевизоре. Так, Матвей. Так, так, так. Улица Ферзь. Блин, неправильно. Видимо, да. Так, грозит ферзь bt5, значит, так, видимо. Так, что за этюды? Что за этюды пошли? Так, 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 так. Неправильно, понятно. Чё? А, ладьёй, конечно, чтобы на Е6 и на c8. Да, первый блинчик комом. Что сделал не так? Давайте посмотрим. Га, тут целое обсуждение, что это такое, смотрите-ка. Попыток 55 тысяч, справил 152%. Последняя горизонталь, что тут, лайки, какие-то дизлайки. Я что, опять на ютубе? А ферзь bc8 не пошел, да. Не пошел ферзь bc8, ладно, это можно было решить. Да все можно было решить. Так, вот здесь интересный был момент. Взятие неправильно. Ферзь e7, может быть? Да, ферзь e7. Побеждала. И еще одна. Да, но это совсем сложно.
6. Так, 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 так. И именно ладью надо было брать, иначе сон будет Е6. Согласен, поспешил. Попытка номер 2. Первая не прокатила. Так, это кто куда идет? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Привет, Актрус. Так я и молчу. Мне ничего не получается, я сижу, молчу. Так. Не в 4 слон, и в 2, ладья, и в 2. Перси 5 слон, в 4. Перси 7 мат. Так, ферзь А6, конь А6, нет, ладья Ж8. Да, привет, да, здорово, Паш. Так. У нас три есть какая-то идея. Не, ну это тяжеляк, это тут и как тут разберешься, только не в 4. Блин, ну там слишком много вариантов было. Тратить все время, чтобы решить одну задачу, как-то такая себе идея, поэтому... О, мат. Мат легали, можно сказать. Но не совсем. Но похоже. Так, конь D7, конь C5, что ли? Здорово, Брестойс. Так, конь B3. А4. Так нельзя, так нельзя. Ну, блин, не вижу другого хода. Да заколебал, ты куда? На C6, на H3? Ну, тут опять угадайки. Нафиг не нужны, кстати. Чмат. Это было неплохо. Это было плохо. Так, король F1 нельзя. В чем-то кайф, так что ли, теперь король F1. Здорово, мама Финча. Дота чес новый осваиваешь? Нет, нет. Дела в последнее время идут так себе. Но спасибо, что спросил. Так. Дота чес. Так, на ферзь E3, ладья G2. Король Е3 брать, ну это, конечно, жесть. Так, что ли? Так, король А6, он Ж6, король А6, король Ж8, Ф7. Ничья. Ф7 надо начать. Минуточку. А, взял, взял, взял. Нет, ничья, стоп. Блин, сейчас все время спалю. Блин. Взял, 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 ничья. Взял на 6, пад, ничья. Ну, какой-то этюд. Слона бессмысленно.
Понял. Как вообще можно было решить, я не понял. А, ладья, блин, я думал, ладья пад, но там же. Фу ты, блин, я перебрал все возможные варианты. То есть ферзь пад, ладья, я решил, что тоже пад. Слон бесполезно, слон отходит, король встает на g8. Ладно, сейчас расскажу. Вот это бредовая задача была, потому что, блин, 50 возможностей я видел. Это и конь f4, и слон h3, и слон d5. Нет. Нет. Да, слон g4 я что-то не рассматривал. Здорово, ведьмак. Привет. Да. Твоя душа принадлежит мне. Анорик, спасибо тебе за 14... За 14 месяцев саба на Твиче. Спасибо тебе за поддержку канала. Благодарю. Так. Окей. Да, здесь я что-то метнул, не думая. Надо было, конечно, брать шах и выигрывать. Что за конь g5, ни секунды не думая. Так, и вот эта позиция, да, это бред полный. Да, то есть я рассчитал, как коробят h6, ничья, слон f7, gf пад. Брать слона взял король h8, ничья, f8 ферзь пад, f8 ладья, и решил, что пад. Дальше я подумал, f8 слон, но точно не выиграть, слон ушел по диагонали, и король стал на g8. У меня все, падает флаг, и я думаю, ну остается только конь, методом исключения, ну а что еще делать, хотя там тоже не выиграть. Вот, хожу конь, а на самом деле, конечно, ладья и пата нет. Так, ну что, ластецкая. Ластецкая сейчас будет это самое. Тактический штурм, потом пойдем поиграем. Привет, Евгений. Так не могу, стоп. Чуть бы выходы не переставил. Перс висит. Промеж уточек. Так, должен быть мат. Вот я 6, что ли? Ладья бета-6 или ферзь g5? Так, нужно остановить пешки. Конь e5, да так, конь d7. Короче, остановил, проверяйте. Бдыщ. Ля, как красивая. У нас 6 нет. Шах. И здесь у нас 6 или нет? Нет, шах. Шах и вот. Шахец. Так, ну бить обязан. Бить в шахматах обязательно, король. Блин, куда королем? Точно не король c7, значит король c5, b6, a3, b7, a2, ферзь, король b7.
Да, я понял. Так. Нет! Ёпперсы, ты понял. Понял, принял. Так, кто куда идет? Ход белых. Да ну нафиг такую. Так не могу. Какие шансы были? Так, так, так. Б4. Стоп. Жесть. Да, вижу. Так, так и так. Вижен. Трудом. Здорово, дед Пихто. Все, это была Ластецкая, но не повезло, не фартануло. Давайте разберем ошибки и пойдем поиграем. Здесь. Рассчитал вариант Б, шах, король Б7. Б6, А3. А, король С7. Почему я отбросил сразу же ход король С7? Че я? Ё-моё, я думал, пешка шахом проходит, она же не проходит. Он же должен подставиться. Да-да-да, но тут моя ошибка. Давлением времени заруинил. Ну, здесь, не знаю, тяжело. Я полчаса разбирался, кто вообще на какой стороне играет. Хм, как тут надо было ходить-то? Не знаю, ну шах нет. Реально слишком много возможностей. Шах. Шах, шах. Да, ну можно было посчитать, в принципе. И вот здесь я что-то метнул, ладью под бой аж. Так вот. А, взял и ферзь c5 же съел коня, да. Ладно, погнали в катку. Здорово, Церстер. Где-то год, Церстер, за год выучил одну фразу, вот только ее и пишет в чат. Короночка. Так. Че хотел-то? А, катать, ёпарасоты. Погнали. Гаррет Бейл. Фига. Когда-то был один из любимых футболистов. До того, как перешел в Реал. Я-то хотел, чтобы он в Барсу перешел, но вот вышло так, как вышло. Сейчас шпрота дадут Вангую. Да нет, здесь нет шпротов. С таким рейтингом нету. Это надо под смурфом катать, под смурфами. Там, да, там можно шпротов найти. Пока ищем игру, пока не находят. Что-то Гаррет Бейл не стал катать. Мастер Фиде из Уэльса. Че, может, реально Бейл? Не. Вот Донченко, Александр Донченко. Германия, раньше мне казалось. Украина, не помню. Казалось. Ладно, давайте разыграем через D4. Какая-то теория. Важно, типа, не дать пойти D5. И какие-то ежовые рукавицы получаются. Так, соперник играет быстро, оно и понятно. Очевидно, что все это ему хорошо знакомо. В отличие от меня. Надо укрепить поля, тут все надо. Попробую, может быть, слона на g3 перекинуть. Есть у нее идея конь h5 какая-то. Идея коня сюда заводить. Такие, ну, масса идей на самом деле. Ну, у черных комфортная позиция, я считаю. А, мой ход, кстати. Сижу, короче, балдею, а ход-то мой, оказывается.
Так, e5 не могу, e5, конь g4. h3 не хочется, время падает. Ладно, поставлю слона на g3. d6. Ладно, сохраню слона, чтобы на h2 при случае можно было отступить. Сейчас будет цепляться к пешке e4, да, начинается. Так, ну, видимо, брать надо. Когда-то я подобную структуру играл в турнирной против Паши Панкратова за черных и проиграл. Но там как-то у меня не так комфортно заходили фигуры. Так, что хочет? В b4 пока схожу. Так, ладья d1 обязан. Ага, пытается раздвоиться, логично. Допустим, я пока не готов. Ну, g5 не знаю, не уверен я, что так можно играть в шахматы. Так, пока навалился вот сюда, конь f8 пойдет, очевидно. Так, ферзь b3 при случае смотрим. Так, так, минута 33, да? Попробую дать шах. Не знаю зачем, чисто проверка связи. Как-то f3, слон f2 бы вернуться. Так что грозит, пока вроде ничего. Хочу слон f2, но какой-то есть перевод у него. Неприятно, может быть. Ладно, пока отступили, на так конь b5 есть опция. Вообще грозит конь b5. Допускает он конь b5 или конь d5. Забирание на e3. b5, а b-ферзь, e3, bc. Maybe не то. Конь d5, e-d-ферзь, e3. На 6 куда-то лезу или f4 иду ставить мат якобы. Ладно, пофиг, погнали. Попытка добраться до короля путем жертв. Так, взять не могу. Есть какая-то... Поза, я вам скажу, резко обострилась. На 4, b5, да? 30 секунд. 30 секунд. Ну, инициатива-то дикая, конечно, но... Но-но, сказал Ботвинник очень строго. Двадцать одна секунда, наверное, зарешает исход. Интересная партия, но слишком медленно играл. Да, но тут штаны, к сожалению. Тут штаны. Завел флаг, заруинил. Так, Бурмакин.
Вчера с ним неплохая партия вышла. Вот, но ее увидеть можно только посмотрев вчерашнее видео. Так. Бурмакином, да, вчера была неплохая партия. Ерунду я разыграл в дебюте, если честно. Так как тут грамотно расставляться? Ну, этот будет давить меня. Давить меня будет долго и упорно. Давайте пробовать. Здорово, Лемон Пони. Твоя душа принадлежит мне. Ты таки дошел до стрима? Тогда спросил, будет ли стрим. И не пришел на него. Спасибо, Лемон Пони, за 11 месяцев. Спасибо за сабы на Твиче. Благодарю за поддержку. Сейчас конь d5, и меня будут топтать, видимо, ногами. А может, нет. Может быть, и не будут. Посмотрим, что это за позиция. Так пока сразу же не могу сказать. Опа. Нет, слон f5 не зевок, к сожалению. Пригвоздил он меня. Так, слон f5, слон d3, да? Давайте проверять. Не уверен, ладья d8, ферзь a3 какой-то ход будет. Ладно, навалился на эту пешку. Навалился гурьбой, так сказать. Так, пытаюсь сдвоиться по d, уплотнить позицию. Так, висит на b7, пока укрепил. Какую-то форочку сейчас сделает, очевидно. Ну, в один из моментов. В один из моментов катки сделает форточку. Нельзя было ладья b4 из-за симпатичного b5. Ну да ладно. Так. Если пойти ладья d5, на ферзь b7, ладья d1, король h2. Если пойдут что-нибудь типа h5. Давайте пока зафиксируем структуру, окей. Какой-нибудь g3, наверное, сходят сейчас, я думаю. Да, g3 исходил, естественно. Так, ладья d2, ферзь b7. Ферзь f6. Ну, не уверен, короче. Не уверен, минутка остается, поджимает соперник. Я пытаюсь искать контр-игру. Возможно, неправильно это делаю. Время завел зря. Повели короля в защиту. Фиксируем. Короче, король придет сюда, и к пешке c начнем сами приставать. Сейчас, ну, какую-то свою контр-игру сейчас начнем катать. Ему надо быть внимательным крайне. Иначе можно и доиграться. Угрожает шах неприятный. Так, он хочет меняться. Я пока шахну, на всякий случай. Проверочный. Так, ладья c1. Забираем пешку c5. Теперь вопрос, то ли мы переигрываем товарища гроссмейстера, то ли нам таки собьют флаг.
Не, ну выиграно что? Просто раскатал, неожиданно. Погнали. 28 секунд, успею или нет, вот в чем вопрос. Может, я неправильно играю, кстати. Да ё-моё, я зеваю пешку обратно, что ж такое? Да, 20 секунд оставляю себе, ну, что тут поделать. Цейтнот. Наш лучший друг. Короче, не знаю как, но сбил флаг. Сбил флаг. Фух, в какой-то момент у меня было секунды две, по-моему, против 10, но удалось. Таки удалось. Ну, владельники, кстати, казалось, первопассивной позиции, да? Потом хоп-хоп-хоп как-то. И в дамках. Как в новый комп пап катаешь? Да, пока покатываю потихоньку. Опять я неправильно разыгрываю. Неудачно. Слон g4 нельзя ходить. Когда-нибудь я это выучу. Идущий спать после работы приветствует тебя. Привет, Фактор МТ. Ты же спать пошел, не понял. Не понимаю, если ты пошел спать, то как ты пишешь? Пишешь во сне? Блиц без добавления в основном сводится к рубке флага. Ну, кому как. Кому как. Лично мне, например, не часто. Пошел спать, не дошел, залип в стрим. А, понял. Бывает. Есть такой недостаток. Так, я так и знал, что он нападет на моего бедного слоника. Но рассчитывал, что это будет так себе идея. Непонятно, тут слоны, конечно, мощные. Ферзь А4, видимо, пойдет. Нет, ферзь H5. Так, слон C6 вряд ли угроза. Попробуй пойти g6, кстати. Да, поля отдаю черные, но все-таки у него единственный ход сюда, если я правильно понимаю. Так, попробуем подменять ферзей. Никто, конечно, не даст разменять именно ферзей, но а что делать?
Так, пытаюсь разменять ферзей все равно изо всех сил. Он не стал заходить в гости, окей. Так, не могу на c7, будет подвисать пешка. Да, слоны, конечно, омерзительные. Пробую сыграть h5, ограничить его фигуру немножко. Они пока вроде бы держат позицию. Да, я бы отдал бы ладью и вот за пешку бы, если бы мне дали такую возможность. Так, напал ли он сюда? Ладья b7, конь b7. Будем считать, что напал, и пойдем так. Да. Вроде бы все в порядке. Слон выскочил, играем ладья d8, на взятие cd успеваем защитить на b7 ладьей. Блин, как эти слоны разуплотняют катку, конечно. Не пойму, почему у меня рот уничат закрывается сам собой постоянно. Что это за баг? У меня вообще-то постоянно рот уничат сам собой закрывается. Так и должно быть? Я такой, опа, где чат? А его нету. А где чат? А нету чата. Так, ферзь куда-то елозит. Слон e4, слон e4, ладья бьет e4. Опасно. Ладно, ставлю коня на край доски. Выглядит, конечно, отвратительно. Но мне нужно как-то суметь развязаться. Так, ну f6 обязан ходить, я так понимаю. Так. Конь e4, я думал пойти в этой позиции. Там слон e4 и потом ладья b5. Ладно, сыграл b6. Короче, не пошел я конь e4, какой-то вариант бредовый взял, и ладья b5 меня смутил. Типа на так, и потом еще тут прихватить, либо сперва через шах. Что-то как-то страшно, я подумал, и времени считать этот вариант нету. Да, и так далее. Поэтому я не решился. А вот теперь, наверное, подтянем королька в центр. Ну что, переигрываю вроде бы оппонента, друзья. Но это не точно. Ставим коня в центр доски. Начинаем крутить на g4. Не проходит, да, просто g4. Так, коня сюда. На взятие бьем ферзем. На отход сдвоились. Слон c2, ферзь по центру, куда-нибудь ферзь d5, наверное. Так, на так коня возвращаем в центр, 28 секунд. Так. Это, конечно, не предложение ничьей. Вот, пытаюсь... Мне надо коня вернуть, в общем, сюда. Хочу у ладья e3, кстати, свою мечту осуществить, скинуть качку. Он не дает. Тут уже пошло цейтнотное дерганье. Пошло цейтнотное дерганье под клиентом. Меняю ферзей, это ГГ. Не стал там никаких слонов съедать, это все мне не надо. Главное максимально аккуратно довести партию до победы. Кстати, друзья, завтра вечером традиционно арена королей будет. Вебочка, все дела. Все по-взрослому и послезавтра тоже. Вебочка, все дела. Так вроде неплохая партия. Ну, отбился. Здорово, Хелен Джонс. Так, go next.
Так, Николай Шух не готов, потому что он из Саратова. Спасибо. Хочется других игроков. Не тех, с кем наиграл. Привет, Гуноибо. Гуноибо. Круто, во сколько, спрашивает Лимон Пони. Завтра в 10 по Москве. Около 10, а послезавтра около 8 по Москве. Так. Почему ушел? Ну, решил постримить на Twitch. Исключительно. Твит Макс. Михаил, будь здоров. Спасибо, я чуть чихнул. Не заметил. Разыгрывали ты дебют Хэллоуин. Было дело, заказывали. Сам нет, потому что я не разбираюсь в дебютах. Окей, спасибо, не за что. Привет, разыграешь в следующем Немцо Ларсен. Я даже не знаю, что это такое. Оценишь уровень Николая Шуха, давно его не видел. Тоже давно его не видел, никак не оцениваю. Так, Украина. Без звания чел, конечно. Большого желания играть нету. F6. Ну, понятно. Давайте сразу же пешкой аж пощупаем. Хочу уже 4 пойти. Не дают. Привет, маэстро Иса. Он читерок? Да я уже понял. По игре уже понял, что читер. Ну, это не точно. Ну, скажем так, играет странно. Хотя стоит безнадежно по ощущениям. Ну, то есть, естественно. То есть, если он играет сам, то ему конец в этой позиции. Не вывезет. А если не сам, то мне конец позиции не будет особо зависеть. Пробую забить. Я с ним играл. Ну, ничего страшного, ладно. В конце-то концов. Короткую, конечно, уходить так себе. Неохота было, ну а что делать? Да не, не читер он. Слишком слабая игра. Поэтому ты наверное, ошибся, маэстро. Это не читер. Разыграть какой-то дебют. Там где-то написано, что вы можете заказать свой контент на стриме. Вот. Где-то на экране об этом писалось. Тем более, что, как вы видите, контент на стриме давно никто не заказывал. Так что будет интересно. А так просто играю, комментирую. Дебют, я думаю, не роляет в конечном итоге. Да, здесь соперник разыграл очень плохо, так что, маэстро Иса, может быть, ты ошибся. Потихоньку возвращаем рейтинг. Мой ход. Серж СТ. Интересная расстановка. Хочет сюда.
Может, конь d2 пойти приколоться? ЕД с ломью d4. Такого я еще не видел в своей практике. Вот такую расстановку. То есть, если я пойду d5, это типа идеально считается. Да, вот это, запомните, называется идеальная расстановка за белых в староиндийской защите, потому что она контрит выводы коня. Я даже h4. Это не атака, это защита. Ход h4. То есть я пытаюсь заставить его двинуться и фиксирую позицию. Вот это уже стратегически выигранная должна быть поза. Потому что я лишаю его игры на фланге. Вот. И сейчас буду постепенно сжать королевский ферзевый фланг. Сори. Так, просто делаю рокировку. Важно не дать только ничего пожертвовать. А он прям нацеливает, да? Так, ну пока брать не грозит, конь бьет h5 не грозит. Давайте, наверное, как-то так. Почему пассивная игра называется позиционной? Ну, может быть, то, что в твоем понимании пассивная, на самом деле позиционная из-за этого. Так. Давайте dc возьмем, пожалуй. Слон на g7 пока не играет, но когда-то в будущем есть вариант, что он вот так вот перейдет в игру, но правда он даже двинул пешки. То есть он мог бы вот так его перевести. Так, ну что, запускаем конягу, бьем пешкой. Поле c6 должно сказаться. Я считаю, что поле c6 должно сказаться. Так, главное никаких ударов не дать ему сделать на самом деле. А 3, b4 готовим план. Ого, мой чайник закипел. Понял, бывает. Сейчас главный мой минус, как всегда, один и тот же. Нет времени. Стоит ли ходить b4 или пока не спешить? b, конь станет на a4, да? Давайте b4 все-таки пройдем. Так, вытащим ферзя. Все-таки конь не украшение позиции. Наверное, будет играть b5. Так и играет. Так, попробую сдвоить ладьи по линии c. Очень мало времени, минута. Возьму ферзем, если он заберет, и постараюсь влезть к нему в душу. Вот он переводит слона, кстати. Неприятно. Перевод слона находится, да. Расширенные мородцы. Не то слово. Так, ну пытаюсь коня перебросить в район поля f5. Наверное, законтрит ходом слон d7. Не контрит. Тогда запускаем конягу работяги. На взятие бьем ферзем. Ну, конь на f5 неплохо стоит. Держу в курсе. Давно рейд такой. Какой такой? Если ты между маленький, то... Было дело, подспустил, подсплавил. Или ты имеешь что-то такой большой рейтинг? Если большой, то у меня было в разы больше просто. Когда был челлендж набрать 2750. Да, ну выигранная позиция. Надеюсь, проблем не будет. Фига себе маневры. Ладно, сыграем таким макаром. D6, D7 просто. F6. Прорыв. Очень важный прорыв, о котором так долго говорили большевики. Почти пад, друзья, почти пад. На патовых катает, что тут можно сказать. Ферзь. На патовых не удалось. Мне бы сдался бы чуть раньше. Но, в принципе... По правилам имеет право играть.
Ян вчера сказал, у него малый рейтинг, но играет он норм про чувака 2850. Ну, для Яна, наверное, мало, если у него 3100 рейтинг. Все относительно. Как бы нет смысла сравнивать Яна и обычных шахматистов. Так, с ним же. Река по силам набрать? Нет. В смысле, не по силам. За сдачу посуды или так и должно быть? Какая-то позиционная жертва шашки. Давайте сразу же пощупаем фланг, но так получаем доступ к поляне. Так, рокернем спокойно. Просто пешка. Блин, слон бьет f2. Не... А, я не мог пойти слон бьет f2. Все, сори. Сори, что перепугал вас. Вот. Так. У меня фигура стоит неудачно, мне нужно как-то развязываться. Конь b8, может пойти. Сделай ход конь b8, хочу слон d7, коня на c6. Все-таки коню на d7 делать нечего. Так он там стоит с дебюта, то что поделать? То есть за пешку играл у белых. За пешечку игра. Так, слон двинулся на c3. Попытаюсь разменяться. Так, а он сходил уже, да? Бетсоу или не Бетсоу? Так, я, кстати, вижу боксдок в чатике. Надо будет ему кое-что выдать. Ну, здравствуй. Брат. Спасибо за фоу на Твиче. Добро пожаловать. Дарк великолепный. Привет. Такое чувство, что... Кто такой Артём? Не понял. Что за Артём? Почему я не в курсе? Форточку делаем, осталось только навалиться. И, в принципе, катка решена. Центр мощнейший, все дела. Здорово, BoxDog.ru. Не, BoxDog это не грандоты. А, короче, не знаю, о чем речь. Не буду вылазить. Не понял сообщение. Тимофеев. Тимофеев, конечно, играет слабее, чем... Не помнящий, о чем вы, Тимофеев. Я просто посмотрел, BoxDog достаточно давно сабается на Твиче. Надо випку выдать. То я чего-то... Зажал випку. Так, 46 секунд, кстати. Артемьев? Я не думаю, что он играет хуже Артемьева.
Ну, это все риторический вопрос. Эту пешку я зевнул, кстати. Блин. На ровном месте. И теперь позиция у меня может быть просто плохая. Поставить блокаду и... Пешка лишняя, но толку с нее, как с козла молока, времени нет. 34 секунды. Да. Хорошую партию я пытаюсь заруинить. Но соперник под связками. Может быть, что-то удастся сделать. Так, брать нельзя, да? Блин, а не брать тоже не получается. И бы d4 скинул бы, и слона на d5 бы поставил, если честно. Двадцать секунд, да, ну тут все решит уже. Вперед. 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 Как так-то? Да ё-моё. Ну как, ну такую партию такому игроку проиграть? Ясно. В общем, две лишних пешки, абсолютно выигранная позиция была. Все делал идеально, но что-то отвлекся. Так, секунду. Так, мне надо куда-то зайти, да? Зайти на Twitch. Роли. Вот так наказывается невнимательность. Да сколько бокс-догов? Просто миллион бокс-догов, кстати. Я начал вбивать. Каждый второй бокс-дог. Так, надеюсь, это тот. Проверяю, тот или не тот. Да, на шахматистов подписан. На всех подряд при том. Значит, тот. В общем, F5, видимо, кнопочка F5 может помочь. Неприятно было эту партию заруинить, но что поделать. Так. Go next. Microsoft 63. Россия. Я себе такой разве есть? Феликс Кузнецов. Не припомню. Сколько набрали в Puzzle Rush? Да, нисколько. Сегодня плохо. Даже не считал. Меньше 40. Шансы были, но я ими не воспользовался. Вообще, по-моему, ладья F7 правильный ход в этой позиции. Но я тут все время путаюсь. Есть какая-то атакующая схема у белых какая-то есть. И похоже, он ее исполняет сейчас без регистрации и СМС.
Видимо, ферзь f7 обязан. И конь e5. Да, друзья. Тут люди теорию знают, хотя вроде Microsoft 63. Казалось бы, откуда? Видимо, приходится брать, ходить так. Наверное, d4 пойду, потому что ладью пускать совсем больно на душе. Если ладья вот так придет, это конец. Мишень, играешь норм, хотя рейтинг маловат. Спасибо, держи в курсе. Навал на моего бедного королика, начали наваливаться гурьбой. Как тут пешку d использовать, ее потенциальные возможности? Слон e1, e1 это вот здесь. Слон e8, есть такая опция. Да, недавно я хотел d3 на взятие слон e8 где-то в вариантах приколоть его. Напали на коня. Слон e8 стандартный ход, да. И какая-то происходит жертва. Но, видимо, бить надо сюда. Конь зафигачивается. Жертва началась. Ну, либо отобьюсь от матовой атаки, что выглядит маловероятным. Либо не отобьюсь. Ну, видимо, надо избавляться от этой пешки, терпеть ее такое себе. Лишняя фигура. Но король голый. Так. Главное в один ход что-нибудь не подставить. А так, может быть, даже ферзя просто отдам. Отдам ферзя нафиг. Две фигуры, ладья, король в полной безопасности. Я думаю, что этого должно быть достаточно. Единственное, что, конечно, может меня зашиховать тут до смерти. Блин, а вот тут я не учел, вообще какой-нибудь ладья бьет e6. Ладья e8, правда. Ферзь e8, ладья e8. Ладья e8, ладья e8, d3. Не, ну там у меня вечный шах будет, поэтому только так. Если играть на победу, в скобках на поражение, то только так. Ну и он сдался, да. Понимая безысходность ситуации. Здорово, грандоты. В общем, главное вовремя отдать. Вот здесь вот важный момент был. Хорошей партии, кстати. То есть скинуть нафиг эту фигуру, и будет легко выигранная позиция с учетом времени. Так вот, не рискуй, что тебе матец влепят. Бонжурно! Здорово! Интересная расстановочка. Классная отдача ферзя, браво. Классный зевок пешки, не менее браво, но он не воспользовался. Попробуй слона отвести, может он где-то в будущем там будет задействован. Что хочет съесть моего слона? Есть такая буква в этом алфавите. Ладно, на, кушай.
3-0. Что-то мега агрессивно играю против Боржоми. Боржоми, да, ник у него, точно. Пора что-то делать. Попробую d5. Хотя, конечно, так слона открывать неохота было. Но тупо стоять на месте не хочу. Стрим надо подписать не для вас, стримит международный мастер, а для вас мастерит международный стример. Да не, я уже не в моде. Уже надо искать новые занятия. Вот думаю, чем дальше заняться. После, так сказать, окончания карьеры международного стримера, да? Ну, здравствуй, брат. Спасибо за фоу на Твиче. Добро пожаловать. Ну что, пешка немножко его стесняет, пока избавиться от нее не так-то просто. Хотя диагональ мерзкая. Вот что перевесит. Так-то я b4 не могу, потому что постоянно конь висит. У меня есть какие-то идеи, то есть... Ага, вот он фиксирует мои идеи. Нехороший человек, что тут сказать. Редиска. Пытаюсь f4 провести. Да, но он реагирует верно. Я провожу f4. Пешка h5 может оказаться слабостью. Слон h6, f4. Так, пошел подрыв h4. Так, если gh... Давайте так схожу. Так, да, на e5 конь d5 нормально. Вот я g4. Тупо конь e2 можно сходить. Еще опция b4. b4 супер опасно, конечно. Попробуем, ладно, ловим коня. Ну, кстати, он может особо не ловится, потому что, да. Так, сейчас ферзь h3, я думал пойти. По тонкому льду ходим оба. Оба с соперником ходим по тонкому льду. То есть конь попался, да. Обрезали его, смотрите. Интересно, кстати, достаточно. Нетипичная ситуация на доске, но... Блин, вот эта диагональ, 1h8, она, конечно, жесткая. Пипец просто. Так, ладья встала на h8. Он находит все-таки эту идею, да? Так. Подрубаем все возможные движки. То есть сюрприз. Здорово, как дела? Что с лицом? Ух, нашел геометрию подрубки ферзя. Ту-ду-ду.
Это была неплохая партия. По ходам. Ну, единственный шанс у него был уходить сюда. Стоп, может быть, мат есть. Да, не было шансов. Фига я жесткий. Вот это я жесткий. Пищ. Так, ну-ка пойду чекну средний зрителей на Твиче. Так. Десят. Мало. Боты плюс в чат. Да, тут дело не в ботах. Так, ладно. Надо еще пару партиек. Не нашел бы в игре ладья d6? Нашел бы, конечно. То есть был только один вариант, если, что я не нашел бы, если бы я дернулся бы. Просто пошел бы мгновенно. Ладья бы d6, конечно, нашел бы. Бурмакин опять. Две последних я не выиграл. Ну вот. Но по дебюту не имел ничего хорошего. Как правильно разыгрывать-то? Да, по-моему, h6 просто пошел со мной в прошлый раз, я вообще ничего не получил. Не факт. Может быть, я что-то путаю. А, ну все, я понял. Сейчас e5 проведет и гг ничья. Нет. Максимально играет соперник. Аккуратный вариант. Обычно бы я не отказывался бы сыграть эндшпиль ни с кем в этом мире. Но вот не хочу с ним, он очень, очень позиционно силен. То есть туза надо сохранять. Раз в одной из партий мне удалось замотовать его. Ну хотя в такую вот редакцию я бы смахнул бы, но наверное уже он не будет махать. Пойдет что-нибудь типа h6 или ферзь h6, я думаю, или ферзь h4. Спасибо за поддержку. Как-нибудь, то есть. Канай отсюда! Врага под собою редиска! Да, h6 пошел. Лошади уходи. Лошади уходить, да? Канай отсюда! Врага под собою редиска! Фоксдог, спасибо за поддержку канала. Третий в этом месяце, ой, на этой неделе. Третий донат, приятно. В общем, конем хожу, как мне и подсказал боксдог. А можете сделать двойной фенкета конями и выиграть? Хм, фига себе условия. Попробую сделать двойной фенкета. Значит, выиграть не уверен. Двойной фенкета конями. Ну, по смурфам, наверное, попробую. После этой партии. Поджимаем пока соперника, и он решает взять все-таки. Фига. Фига ты жесткий. Окей. Так, если я съем... Не, ну это четкий перевес. Но... Его реализация, конечно, под вопросом. Стоит ли мне ходить c5, он подорвет b6, да? Или запустить пока берлашку. H5 поджать фланг. Так. Эндшпиль. Ладно, запускаем ладью. C5, конечно, какой-то ход есть. Да, ну, естественно, хороший игрок так и ходит. Да, пойдет сейчас. B6, король E7, ладья D8 и... И похоже, что
На победу не похоже, короче. Ставлю пешку на белое поле в попытке уже проиграть эту партию, прорвавшись f5. Это Уличкин фанат. Иду ва-банк, то есть расставляю пешки не по понятиям. Но пытаюсь зажать его на фланге и пойти f5, может. Но пока королька подводим, он может меня встречать ходом f6, в принципе. Да, он так и играет. Да, ну хорошего шахматиста тяжело пробить, конечно. Время 57 секунд. Предлагает ничью соперник, да, я согласен тут. Тут особо нечем играть. Итак, задание фианкетировать двух коней и выиграть. Сейчас вернусь под смурфом. Так. Настройки, выйти. Играть сейчас. Войти. И вот не помню, какими там были. Блин, большой рейтинг. 276. Не пойдет. А, нет, это по одной. Ну ладно. В принципе, какая разница. Так, значит, нужно фианкетировать коней и выиграть. Сперва надо придумать, как коней фианкетировать. И это надо делать белыми. Так, фианкетировать коней. Так. Я буду фианкетировать коней, мне мат влепит. Это коней менять нельзя, что ли, получается? То есть чел выигрывает партию, просто сыграв ЕД-ЕД, ферзь бьет. Конь бьет D5, и на конь бьет D5, ферзь бьет D5, и все, я не могу фианкетировать коней. Пишем ГГ и выходим. Ну это хоть что-то интересное. Так, пошли фианкетировать первого коня. Что такое фианкетирование? Вывод слона на большую диагональ. Вот слон фианкетированный. Так, есть шанс, микрошанс есть. Там еще нужно будет второго коня фианкетировать. Это вообще не просто на b7 перевести. Поля вот и вот эти, да? Не, ну это уже какой-то... Это собака такая страшная. Не бей коня, пожалуйста. Отстань. Не трогай коня. Это надо белыми делать, да. Черными почти нереально, потому что не дают пространства. Надо коней перевести суметь. Итак, момент истины. Конь бьет h5, заканчивает партию. Конь g7. Не бей на h5, ну не надо.
Придется переигрывать. Я же там не был условий выиграть. Ну, по факту. По факту сыграть. Так, ГГ. Не повезло, не фартануло. Сейчас белым я попытаюсь. Ну, одного хотя бы коня фианкетируем, вот. Одного коня удалось фианкетировать. Так нельзя, потому что так теряется конь. И пошел в прорыв. Ну, у черных все хорошо. Я думаю, где-то пешка на h3, так сказать, вот эта вот запасная проходная, как ее называют, может сказаться. То есть удары и заходы за пешкой h пошли цепляться. Надо смахнуть пару ладей. Цель — добраться до пешки H. Цель начинает выполняться. Опа, и уже проходная. Крепились. Пешка H проходит в ферзи по ощущениям. Так. Ладно, аккуратно просто играем. Сожрали. Укрепили. Укрепили. И победка. Но фианкетироваться не удалось. Только белые дайте, пожалуйста. Да идите вы нафиг. Непер, непер. Ух. Первая часть плана удалась. Теперь начинаем проводить вторую часть плана. Ее, кстати, пока нету. Нужно выиграть. Вторая часть плана нужно выиграть. Я, правда, не знаю, чем и как. Мне ходить нечем. Анкетированные кони – это плохо, кстати. Держу в курсе. Это очень-очень плохо. Пора активизировать фианкетированного коня, чтобы слон вышел на большую диагональ. Опа. Ой, маэстро прозябает. Если я возьму его же... Опасно, конечно, так линии открывать. Что я делаю-то? По тонкому льду ходим. Ну нафиг, заткну лучше я эту линию аж от греха подальше. Это не то я делаю. Поджали, поджали. Попробуй коня f5. Типа на слон бьет f8, слон бьет g5. Потом здесь. Так, заедаем. Две фигуры за ладью, шансы есть.
Мило смотрим в завтрашний день. Укрепляемся. Если выиграю, то будет как раз последняя партия. Если, конечно, ничего еще интересного не будет, пойдем отдыхать. Завтра аренка королей. Будем пытаться отловить Хикару, если он, конечно, будет играть. Непонятно зачем, но... Надо увеличивать количество нулей. Брать, не брать, брать, не брать. Не знаю, отойду пока. Хотя, может быть, надо было взять, потому что как-то же 5 слона могут поджать. G5 слон теряется. Ерунду делаю полную, но... Линию. Что есть, то есть. Так, что же делать? Не взял на F6, это была грубая ошибка. И теперь уже ничего не поможет, да? Выбора нет. Выцветит на такую. Других опций не нахожу просто. Другому линии не закрыть. Хикарный 5 в США. Понял. Тут меня может спасти только животворящий. Пытаюсь D6 подорвать уже. Из последних сил. Погнали. У него появился 15 ходов подряд. Да ладно. Не верю. А еще я разыграл двойную фианкету, переведя коней на G7 и B7. Что как бы намекает. Как он заколебал. Он так крутится и серьезно. Победа. Победа. Боксдог, я смог это сделать, но не повторяйте. Никогда так не играйте. Работают профессионалы. Итак, есть ли какие-то вопросы и так далее? Давайте подождем. Так. Имит. Мастер, что тут скажешь? Не каждый мастер способен на такое. Сейчас было обидно. От Америки комментирует Хес. Франческо Ломбарди. А на итальянском. Гингер. Понятно. Так, КТ все в порядке. Растет потихоньку. Все дерет. Обидно это было. Согласен. Добрый вечер. А что случилось с вашим ником и регионом? Переехал в Америку, ник забанили по причине чита, распалили. Блин, постоянно странный вопрос. Да просто, это самое, зашел под смурфом выполнить челлендж. Нужно было коней вот так фианкетировать и выиграть партию. На основном аккаунте это, наверное,
Если возможно, то только... Не одна десятка попыток уйдет на это. Так. Ну, вроде на все ответил, вроде бы больше ничего такого нету. Сейчас девчонки стримят, Анна Чес и Анна Рудольф и Маша Емельянова. Не на английском. Ну, русскоязычных сейчас я не вижу. Из коми. Еще Гингер стримит. А, уже ничего, закончил. Из Америку, Ломбардия. Набивает 2900, что ли, рейтинг? Так, ну ладно. Значит, гоу. Немножко прессанем у Ломбардии. Так. Рейд. Кто отправляется в рейд? 12, 19, 29, 37, 44, 48, 49. Ну, 50, нет? Никак? 48. Кто-то даже народ массово уходит. Набиваем 50. Так, друзья, спасибо, кто смотрел. Спасибо, BoxDog, за поддержку. Завтра около 10 по Москве встречаемся. Арена Королей. Значит, Ломбарди, Физкульт, привет. Все, друзья, всем пока.